Всем привет, друзья! Это мы, черепашки. И не простые черепашки, а боевые. Я черепашка Раф, а я черепашка Лео. Да что нам говорить, ребята? Вы же давно все нас уже знаете. Конечно, нет, наверное, никого, кто нас не знает. Многие нас спрашивают, почему мы всегда у Потапа только вдвоем, я и Лео. Вот, и я хочу ответить на этот вопрос. Я думаю, правильнее сказать, все хотят узнать, а чем занимаются наши друзья Донни и Микки. Это еще две боевые черепашки. Да, ты прав, Лео, ты правильно это заметил. Все хотят об этом узнать. И как раз сегодня мы об этом, друзья, вам и расскажем. Да, и сейчас мы вам покажем, чем занимаются наши друзья. Они живут очень прикольно, вам это понравится. Ну что, пойдемте за нами, мир черепашек. Сейчас вы все увидите, друзья. Ну вот именно сюда, друзья, сейчас подъедут Микки и Донни. Подождем их секундочку. А потом, когда они подъедут, все дружненько прыгнем вон туда, в тот канализационный люк. И окажемся в нашем логове. Правда, Лео? Все правильно, Раф. Вот он наш любимый люк. Ну все, осталось немножко только поднять этот люк, и все. Можно считать, мы уже у себя в штабе. О, смотри, вон они едут. Да, точно. Они всегда вовремя. Микки, смотри, кто это нас ждет около пиццерии. Так это же Лео и Раф. Они нас ждут. Свои черепашки, наши товарищи. Ну что, поехали, подъедем. Да, это точно они. Я их даже не узнал сразу. Ну давай, подъедем. Привет, друзья. Привет, давно не видели вас. Да вы же телезвезды. Да ладно, не прикалывайся, Микки, какие мы тебе телезвезды. Иногда только снимаемся на канале у Потапа. На ютубе только про вас и говорят, про черепашки, которые с канала Потапа. Но почему сразу звезды? Просто помогаем Потапу с его каналом. Нам очень нравится в его студии. У нас там много друзей. Там знаете, сколько героев мультяшек живет? Да знаем, конечно, мы все прекрасно. Мы же тоже каждый день смотрим этот канал. Между прочим, мы сюда пришли тоже по просьбе подписчиков Потапа, которые хотели узнать, чем вы занимаетесь в то время, пока мы снимаемся, как вы прикалываетесь у себя в логове. Ну вот мы с Лео хотели сегодня ребятам рассказать о вашей жизни. Это же отличная задумка, я думаю. И что нас сегодня будут показывать на канале у Потапа? Донни, очнись, тебя уже показывают на этом канале. Смотри, сколько ребят на тебя уже смотрит. Донни, смотри, мы точно на канале у Потапа. Это же все его подписчики, посмотри, как их много. Ух ты! И да их здесь несчетное количество. Это круто. Теперь, значит, мы с тобой тоже знаменитости. Ха-ха-ха, теперь мы тоже звезды Ютуба. Как вам наш сюрприз? Ну давайте, рассказывайте тебе, ребятам, что-нибудь интересное. Посмотрите, они все на вас смотрят. Вот их сколько. Ну давайте, начинайте свой рассказ. Мы, конечно, друзья, редко выступаем перед такой большой аудиторией. Даже как-то я немного стесняюсь. Вас просто очень много. А я ни капельки не стесняюсь, мне даже это очень нравится. Это так прикольно, когда на тебя смотрит столько народу, столько каналов, и все смотрят на тебя. Я для такого случая, друзья, приготовил очень интересную историю. Я расскажу, как один раз я отбивал очень мощную атаку маузеров. Вы знаете, кто такие маузеры? Вот, если не знаете, то сейчас все узнаете. Об этом я вам сегодня расскажу. А я вам, друзья, сегодня расскажу одну интереснейшую историю, как я прикалываюсь на кухне. Это будет очень смешно. Да-да, на кухне. Вы не ослышались. Это будет очень прикольная история. И все это вы услышите сегодня. Но посмотрев и послушав эти рассказы, вы сами поймете, чем мы занимаемся в свободное время. Ну что, готовы? Тогда все дружно поворачиваемся налево и смотрите. Вот они, новенькие истории от Майки и Донни. Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. И у нас сегодня, как обычно, новые игровые наборы. Это две вот такие вот коробочки. Черепашки-ниндзя. Мега Констракс. Больше, чем конструктор. Первый игровой набор называется «Майки и хаос на кухне». Донни. Атака маузеров. Майки у нас сегодня будет хулиганить на кухне. Посмотрим, что интересного он там приготовил. А Донни сегодня будет сражаться против вот таких вот маузеров. Вот такой вот бардак мы сегодня, ребята, с вами увидим на кухне у черепашек. И вот такую бойню, которую устроил Донни. Ну что, наша любимая распаковочка. Начнем с этой коробочки. Откроем, посмотрим, сколько же там пакетиков внутри. Итак, все вынимаем. Ух ты! Очень много всего. Итак, первая коробочка. И сразу же откроем вторую коробочку. И отсюда достанем все. Все, высыпали на стол. Все, ничего не осталось.
Итак, друзья, все перед нами. Две пучки, которые мы высыпали из коробок. Тут у нас Микки, тут у нас Донни. Вот они еще пока в своих коробочках. Сейчас мы их тоже достанем. Две фигурки из игровых наборов. Это у нас Майки, это у нас Донни. У Майки, смотрите, это его орудие. Он чайки. Он владеет очень профессионально ими. А у Донни специальная палочка. Вот такой вот жест. Видите? Вот с такой штукой он сражается и может атаковать любого. Две боевые черепашки в полном снаряжении. Ну, сейчас я соберу все из этих пакетиков и посмотрим, друзья, что же находилось в этих коробочках. Ну вот, друзья, два вот таких вот игровых набора у нас получились. Игровой набор называется «Микки и бардак на кухне». А бардак устроили вот эти, наверное, крысы. Посмотрите, вот их здесь две штучки. Они прям как настоящие, какие-нибудь длинные хвостики. Настоящие крысы. А тут, смотрите, друзья, мы видим еще одного персонажа этого рассказа. Это морозильная кошка, очередной мутант. Она не мутировала монстра, потому что, наверное, съела очень много мороженого. И поэтому стала вот такой вот. Морозильная кошка ее называют. Прям как мороженая она. Вот такая вот морозильная кошка. И именно вот эта кошечка помогла Микки, когда он сражался с крысиным королем. Микки взял ее просто и бросил в крысиного короля. И тогда морозильная кошка им помогла победить. В мультике еще называют ее мороженка. А тут, друзья, смотрите, на столе мы видим кусочек пиццы. Вот, кто-то не доел и оставил на столе. А стол непростой, посмотрите. При нажатии вот на эту штучку он опрокидывается, и пицца улетает далеко-далеко. Смотрите. Хопа! Видите, как улетела пицца? Вот так вот Донни поел свою пиццу, ему захотелось пить, и он увидел, что наверху холодильника стоит бутылочка с молоком. Он поднялся, достал эту бутылочку, потом спустился вниз, хотел докушать свою пиццу и запить молоком, и тут увидел, что на него смотрят две крысы. Он увидел, какие они большие, и очень испугался, и подскользнулся и упал. А когда падал, случайно головой задел стол. И мороженое улетело. И кругом одни огрызки пиццы, пустые бутылки, крысы и мороженое валяется. И среди них, конечно же, он, Микки. Вот такой бардак устроил на кухне наш герой. Второй набор, друзья, это Донни и атака маузеров. Маузеры — это вот такие вот штучки, смотрите. Это вот они, вот какие у них мощные клешни. Если такая штука вас поймает, схватит и будет очень больно. Посмотрите, какие тут челюсти. Маузеры полностью железные. Они как ходящие наручники. Вот такие. Кор-кор-кор-кор-кор. Они ходят и ищут свою добычу. Вот такая вот штука сегодня нападет на Донни. Посмотрим, справится ли он с таким маузером. Тут мы видим, как Донни спокойно работает над своим столом. Посмотрите, он, по-моему, там что-то рисует даже. Вот так будет видно лучше. Посмотрите, тут у него компьютер. Он сюда смотрит и что-то вырисовывает вот здесь, вот на этой доске. Донни любит заниматься такими вещами, потому что это очень изобретательная черепашка. И все тачки, на которых ездят черепашки, это все придумано именно Донни, потому что он очень умный. И посмотрите, у него в лаборатории стоят различные жидкости. Это все он испытывает. И тоже изобретает очень мощный мутаген. И вот пока Донни трудился над очередным своим изобретением, к нему внезапно сзади подкрался Маузер. Он становился все ближе и ближе к Донни. Уже хотел его схватить за руку. И тут Донни что-то осенило, и он решил резко повернуться. И одной рукой только шиб Маузера. Что это он сказал? Но Маузеру этот удар был все равно, потому что Маузер железный. Он встал, просто еще шире раскрыл свою пасть и опять двинулся на Донни. Донни резко увернулся от Маузера и побежал за своей палочкой-выручалочкой, с которой он всегда сражается. «Ну что, Маузер?» – сказал Донни. «Давай-давай, подойди сюда. Теперь у меня палочка в руках. Посмотрим, как ты с этим справишься. Ну что, давай запрыгни ко мне на стол». Маузера это сильно разозлило, и он действительно решил запрыгнуть прямо на стол. «Ну сейчас ты у меня получишь», — сказал Донни и сделал резкий прыжок.
Он нажал на свой компьютер, и Маузер улетел вместе со столом. Маузер разлетелся на части. Вот такое вот изобретение у Дони. Он только нажал на компьютер, и стол улетел вместе с Маузером. Ну что, друзья, вот таких два замечательных набора мы сегодня с вами рассмотрели и разыграли. Я думаю, вам понравилось. Очень классные игровые наборы, но их также можно еще пересобирать и по-другому, друзья. Это вам как понравится. Ну а на сегодня все. Пишите в комментариях, какие бы вы хотели увидеть игрушки в моих передачах. Я попробую их найти и показать вам. Ну все, пока, друзья. Увидимся в следующей передаче. Я люблю вас. Ваш Потап.